В Индии поезд врезался в толпу. 50 жертв. Пострадавшие, число которых не называется, доставлены в больницы. Медики опасаются, что число погибших со временем может возрасти. Вблизи индийского города Амритсар, штат Пенджаб, поезд наехал на группу людей. Погибли как минимум 50 человек. Об этом сообщает газета Economic Times вечером в пятницу, 19 октября. По разным данным, на путях во время аварии находилось от 300 до 700 человек. Ранения получили около 150 человек. Уточняется, что местные жители жгли чучело возле железнодорожных путей в честь одного из самых популярных индуистских праздников – Дашахры. Люди не слышали гудка приближающегося состава из-за взрывающихся петард. Пострадавшие, число которых не называется, доставлены в больницы. Медики опасаются, что число погибших со временем может возрасти. Недавно на севере Индии в штате Уттар-Прадеш сошел с рельсов поезд. Погибли 7, травмы получили 30 человек. До этого на западе Турции поезд сошел с рельсов, не менее 10 человек погибли и 73 пострадали. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.